Итак, за бортом 5 февраля, температура около плюс 1, снег, ну довольно-таки сантиметров 10-15. По малине еще пока мне неудобно работать, а вот с ежевикой очень даже и шикарно. Как раз тот участок, где ежевика плодоносила, сейчас я и обрезаю. Покажу, как это все происходит. Значит, смотал полипропилен, чтобы он не мешал. Он еще и на второй сезон поработает. Работаю вот таким вот инструментом. Практически даже и секатор ручным я не использую. Значит, что? Вырезаю все побеги, которые плодоносили, и все слабые. Все просто. Оставляю, ну, значит, максимально те побеги, которые уже я планирую нагружать урожаем. Значит, ну вот этот куст, сколько здесь? Я оставил 4. Один, скорее всего, я удалю. Так, и что делаю? Вот эти все боковые, которые встречаются, я тоже их все срезаю. Так, вот здесь тоже. Так, Крич, подвинься, пожалуйста. Вот здесь тоже срезал, срезал, срезал. Так, и сразу же я фиксирую высоту. Высоту побега где-то на 2,30-2,50. Вот второй куст видно, да? Вот идет, идет, идет. И здесь уже раз. Все, я обрезал. Значит, длины 5-6 метров на ежевике абсолютно нет такой необходимости. А вот около 2,50 как раз то, что надо. То есть здесь тоже 4 побега. Останется либо 2, либо 3. Значит, тут что? Расстояние у меня метр между кустами. Поэтому я могу нагружать этот ряд довольно-таки очень хорошо. Идем дальше. Вот здесь я уже изначально оставил 3 побега. И высота побегов тоже у меня все. Я обрезал. Вот одна куча, вторая куча. То есть это не окончательная обрезка. Скажем, когда почка уже тронется, я еще сюда раз подойду. И уже как бы стабильно сделаю нагрузку этого ряда. Ну, здесь, если посмотреть, значит, оставил я всего лишь один. Отлично. Ничего страшного в этом нет. То есть вырезал все, что отплодоносило, и было много слабых. И вот высота, его сейчас я веду камерой. Все, обрезал. Отлично. По высоте где-то он идет, ну, около 2,20. Нормально. Этот вот рядом где-то 2,50. Супер. То есть, вот видно кусты, которые еще, скажем, мне предстоит обрезать. Что я вижу? Ну, вот побегов 6. Из них урожай я оставил вот такой маленький, слабенький. Так, ну конечно, ты хочешь кадр, потом попозже. Здесь тоже убираю все, что прошлогоднее, то есть они уже засохли. Убираю все слабые, оставляю максимально сильные. То есть понятная картина, да, с чем мне предстоит работать. Дальше же вот этот ряд вот показываю, и третий ряд практически я вырезал его на повторный рост. То есть что мне нужно будет сделать? Просто обрезать все слабые, тонкие, и оставить максимально такие мощные. То есть зима в этом году, что у нас было, максимально где-то около минус 16, довольно такие. Я думаю, что этот сорт должен выдержать. Это у меня тройная корона. Вот. Оставляю я с запасом. С запасом. Плетей длинных таких нет. Все вот уже в куче. То есть и уже весной, когда необходимо будет мое присутствие на других процессах, то есть для ежевики уже будет намного быстрее
мне останется что? Оставить 3 побега на куст. Местами 2 побега. Я думаю, что в этом году она перезимует хорошо. То есть минус 15 максимум было. И где-то, ну, по 2-3 дня держалась. Больше нет. Вот здесь я еще не обрезал. То есть видно, да, какая была нагрузка. Вот здесь вот такие слабенькие для сравнения. Вот одна. Один побег. Вот второй. С ягодами. И там третий. За прошлый сезон отличный рост. Вот. И сколько, если провести побег, ну, метр, наверное, под 6. То есть половину я обрезаю уже сейчас. Так, ну что, друзья, мне еще предстоит так нормально-таки поработать. Для того, чтобы перейти уже к малине. Но а малина подожду, чтобы снег хотя бы сошел. И уже дальше буду заниматься малиной. Всем мира, добра и супер классных урожаев в этом сезоне.